Здравствуйте, дорогие товарищи. Давайте поиграем в Homeworld 3 в Quick Play. North America Standard. Давайте фильтры посмотрим. Wargames, что-то есть? Что-то можно? О, Bomber Fleet какой-то. Тут на 10 уровне открывается. Вот вы суки. То есть можно все-таки добраться до флота этих товарищей. Ну ладно. Давайте на бомберах пока поживем. И тут, наверное... Я не знаю. Наверное, Eastern Europe. Непонятно. Ладно. Тут, оказывается, еще сложности есть. На... Давайте даже попробуем сам создать. Create Custom Lobby. Public Online, да, Create Lobby. Game Settings. War Games, да, окей. Что тут еще можно выбрать? Выберу этих ральчат. Ну, может, кто-то присоединится все-таки. Кто ж ее знает. Интересно. Надо посмотреть, как они называются в файлах игры. Это просеты. Только наоборот, да? Но все-таки приятно, что они хотя бы появляются. Угу. Так. Пробуем бомбер. Угу. А? Квар. Окей. Ну, понеслась. Угу. Попробуем, что там. Higaran Command suspects there is an incarnate base within this sector. Engage hostile forces and plot a route to their base of operations. We must find and destroy this base. Send message. Enemy forces arriving shortly. Begin resourcing operations immediately. Command will send an objective soon. Марикан, так, а что это у нас тут? Я вообще этот выбирал. Ну, потом разберемся. Ага. Ну что у нас тут? Интерсепторы теперь, да? Ну,
Суппорт фрегата. Фрегата надо бахнуть. Да я знаю. Кто вот такие. Так. Да. Где? Что контрол? Ладно, контрол один будет. Радость от нового интерфейса у меня только в том, что... Так. Что можно использовать это... свою FPS-ную клавиатуру. FPS-ная клавиатура, так. Какая-то хрень. Можно просто в какой-нибудь Broad Formation. Combat Alert, с кем, кто? Подлетел. Да, я бы, наверное, еще на зажатие кнопки. Да, наверное, к этому интерфейсу проблема в том, что он немножко такой тормознутый и... Какой позишн? Вижу. Must move your carrier into position in order to escort the civilian vessels. Carrier comms open. Helm, update. Move us out. Send message. Position marked. Receiving. Так, ну вот так вот выглядит у нас торпедный фрегат. Чем он отличается от ракетного фрегата? Непонятно. Но пускай будет. Так. А это у нас авианосец. Ага. Так, дальше. Это у нас интерсептор. Такой очень... Лайданский, что ли? Да. Есть какая-то... Так, дальше. Research. The civilian vessels are in place. Be on alert. Enemies will try to intercept. Fire and move. Fire and move. Understood. Come along for it. Quick. One fire. Непонятно, зачем его покупать. Так. О, какой интересно. Так
какой-то топорная на самом деле довольно работа. Это assault, да? Что у вас там происходит, непонятно. Ну, допустим. О. Я думаю, нам нужно. Да не надо, я передумал. Так, я думаю, да, нам нужен какой-нибудь Suppression Frigate. Мышка пропала. Да, это неприятно. Мышь пропала. Где вот мышь? Вот, появилась. Да, блять. Я ж сказал. Гарди. Я не понял, что происходит. Да. Что-то все перестало работать. Давайте вернемся сюда. Вот мышка перестала. Ах ты ж, блин. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Давайте. Я согласен. Мне нужно ресетнуть миссии. Да. Баги пошли. Неприятные. Крайне неприятные, да. О, вот это... Самое приятное. О, сразу же поменялось. Все. Билд. Да, давайте. Sizable incarnate forces incoming. They are pushing further into friendly space. Higar in command suspects there is an incarnate base within this sector. A
Engage hostile forces and plot a route to their base of operations. We must find and destroy this base. Mm-hmm. Enemy forces arriving shortly. Begin resourcing operations immediately. Command will send an objective soon. Ready to copy. Systems go. Send. Receiving. Understood. Awaiting SO data packet. Непонятно. Good to have you. Send message. Receiving. Ага. Send transmission. Target set. Systems go. Send. Нет, вы, наверное, все-таки будете Control 1. Channel open. Target in range. Critical hit. Enemy Corvette destroyed. Engaging Corvette. Corvette is off the board. Tracking hostile Corvette. They're firing. Hang in. Nailed We're it. Inbound. Enemy Corvette down. Coming around. Ну да, но проблема, что с этой системой это вообще толком непонятно. Ага, я вижу, что вы как-то разошлись. Все разошлись, что ли? Ага, да. Я даже не начал ресурса добычу. А зря. Да, ну так себе, конечно. Если вы уже управляете виртуальным пилотом, ну давайте тогда. Что можно сказать? Так. Combat alert. Copy. Carrier comms open. Send. We copy. Move complete. Interceptor holding. Так, да подождите, а, точно. Остатки пятого флота были найдены. Green line confirmed. On me. Maintain visual. Course plotted. Receiving. Confirm on your last. Maneuvering into SO.
Да. То есть она как-то странно выбирается, честно говоря. Так, давайте уже мне построить этот ресерч. Нет, не хотите? Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Очень понятно, куда она придет. Вот я не понимаю, что происходит, честно. Ой, я могу 20 бригадов построить, охренеть. Да я просто... Under the ice, main medium, да, под льдом. Send message. Go for assault. Moving to guard. Open comms with lead. This is lead. Channel is open. SO confirmed and data link set. Assault frigate is on location.
Transmission marked. Ready to copy. Send transmission. Ready to copy. Moving to escort. Come in lead, please confirm. Receiving. Combat alert. Давайте, полетим. Угу, улетели. Да, с этими артефактами как-то даже немножко странновато выглядит все. Incarnate Force is massing at this progenitor production facility. They're using it as a forward base of operations to attack Hagaran space. It must be destroyed. Destroy the three enemy production base. As long as the bays are functional, they will be able to provide reinforcements to the enemy. Strange energy signatures coming from the surgical strike production bay. Expect energy weaponry. The rapid response fleet produces large numbers of ships and will be using swarm tactics. The suppression fleet bay is producing anti-strike craft ships. Maneuvering in 2SO. Lead to confirm ID. Go for interceptor. Send message. ETSO has been marked. Ready to copy. Moving to escort. Please advise. Systems go. Lead copy. Send. ETSO has been marked. Так вот вы выглядите, да? В темноте. Так. Position marked. Go for assault. Copy, move. Пока реально не хватает этой штуки под названием общий флот. Combat alert. Ready to copy. Ops controller, site looks good. Collection is underway. Receiving. Ready to copy. Угу. Ну давай, Control 2 и Волу. Интерсепторы, да? Engaging. Counter their attack. Nailed it. Enemy corvette down. Ready on. Combat alert. Reading you. Will do. Enemy frigate. Move to engage. Come about. Hit that thing. Identification.
И это построим, что там? Думаю, upgrade. Capture research. Откуда вы такие вылезли? Ломались? Так. Дали вот сюда, да. Contact. Enemy Corvette engaging. Talk to me. Move complete. Holding on station. Repair positions corrupted. Standing by. Send transmission. Confirm escort. Lead, this is support. Come in. This is lead. Check screens. We have you on scopes and looking good. Sensor lock, engaging strike craft. Go for interceptor. Go for interceptor. Coming through. Receiving. Engaging strike craft. Attack. Combat alert. Plotted. Moving. Contact. Hostile strike craft. Yeah, I read you. Taking support position. Awaiting link ID. Clear and understood. Send transmission. Чего вы стоите на месте, кстати говоря? Типа летать не надо? Send message.
You have eliminated all three production bays, but an enemy battlecruiser has entered the AO. Destroy it to complete your mission. HQ is sending reinforcements to assist you. Frigate in attack range. Engaging. Да, ты не умеешь-то. Ресурчить надо, бля. Так, а где мы их все уже убили, да? Поехали, чё. Ага. Что? Надо еще одну часть. Окей. Бомберфлит. Угу. Да, давайте что-то. Окей. Все. Может, даже до флота инкарнатов дойду. Сегодня, завтра. Ну, посмотрим. Не будем забегать вперед. Верните меня обратно. Где мы? О, сколько всякого добра вылезло. Sizable incarnate forces incoming. They are pushing further into friendly space. Higar and command suspects there is an incarnate base within this sector. Engage hostile forces and plot a route to their base of operations. We must find and destroy this base. Confirmed. Tracking target. Enemy forces arriving shortly. Begin resourcing operations immediately. Command will send an objective soon. Out of their lead. Channel limit set. Proceed.
Get out of there, lead. Ready all tubes. Send message. Confirmed. CCI perimeter off. Maintain fire. Dynamic range is good. Redirect power to device. Отличный план. Target in range. Давай лучше так. Отлично. Нет, не хочешь? Все равно. Что-то как-то очень привык. Давайте пойдем. Ready to copy. Moving to they're breaking through. Enemy strike craft closing. Dang, the pressure. Incoming hyperspace signatures detected. Ready for attack. User experience чувачка им что-то не наняли, не того, видимо. Либо они просто напрямую спиздили с контроллера. Там нажми, там подтверди. Получается, да? Establish SO. Helm to coordinate. Combat alert. Такая фигня на самом деле. Лучше бы пушки можно было построить. A civilian convoy has been attacked and scattered throughout the area. Locate and rescue all civilian vessels. Понятно, да? Combat alert. Strike craft.
Oh, oh. Это вот нехорошо сейчас будет. Что у тебя происходит в этой жизни? Керера? Я же сказал, блин, зараза, ей сюда, что ты херней страдаешь? Combat alert. What do you need? Ну тут точно как, не знаю, как забавно, но он выглядит как улучшенный не интерсептор, как-то. Да. Enemy Corvette, effective range of fire.
set in range. Угу. Спрашивай, фигни, что тут тебя проапгрейдить. О, сзади что-то. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Поехали. Так, первая миссия прошла. Further into friendly space. Higaran Command suspects there is an incarnate base within this sector. Set for security. Engage hostile forces and plot a route to their base of operations. We must find and destroy this base. Enemy forces arriving shortly. Begin resourcing operations immediately. Command will send an objective soon. Send message. Ready to copy. Establish SO. Helm to coordinate. Getting a bit of interference. Adjust comms for our wave and take up position. Ordnance marked. Reposition. Да ты меня отправил? Так, где у нас комрад 1, комрад 2, комрад 3? Да. Все равно классическое. Incoming hyperspace signatures detected. Ready for attack. О. Target in range. Copy. Copy.
интересно. Какие-то апгрейды странные на самом деле. Что у вас тут происходит? Я бы с удовольствием тебя вытащил. A civilian convoy has been attacked and scattered throughout the area. Locate and rescue all civilian vessels. Hostile strike craft in range. Угу. А мне корветов нет. Ха-ха-ха. Combat alert. Где? Кто? С кем? Reading you loud and clear, command. Received. Plotted and moving. Send message. Да, блин. Кто-то переказуалился, честно говоря. Да нет, еще вроде все окей. Что-то происходит, блин.
hostile Corvette. Interceptor reads. Let's hope this Corvette doesn't have friends. Send. We copy. Interceptor on station. Good copy. Move complete. Внезапно оно давайте посмотрим на... А нет, не посмотрим. Не посмотрим, много смотрели. О, при свете. Подожди, не торопись. Да вы дико странно двигаетесь-то. То есть не по-хмолдовски как-то. Начало ледяной долины. Подземные ходы. Да, вот откуда такая хрень может появиться, а? Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Mm-hmm. Roger, we confirm.
Не знаю. Поехали дальше. Incarnate forces massing at this progenitor production facility. They're using it as a forward base of operations to attack Hagaran space. It must be destroyed. Destroy the three enemy production bays. As long as the bays are functional, they will be able to provide reinforcements to the enemy. Strange energy signatures coming from the surgical strike production bay. Expect energy weaponry. Ready. The suppression fleet bay is producing anti-strike craft ships. High explosive ordnance detected from the long-range fleet bay. Moving to escort. Come in, lead. Please confirm. Clear and understood. Ready to copy. Send transmission. Good copy. Fleet, interceptor lead. In position and standing by. Establishing security orbit. Lead, how copy? Confirm inbound. Receiving. Ready to copy. We're getting contact. Enemy strike craft. Странно выглядит. Combat alert. Как вы стреляете, кстати говоря, из чего? Contact, strike craft. Threat detected. Enemy strike craft. Contact. Hostile strike craft. Tracking strike craft on approach. Meet them head on. Ready to copy. Understood. Moving to engage. Send transmission. Disengage. Sensor alert. Enemy strike craft. Combat alert. Door to combat. Send transmission. Sensor alert. Hostile fleet carrier. Contact. Hostile corvette firing from range. Hostile strike craft on intercept. Requesting support. Send message. Split. Fleet carrier. Contact. Enemy corvette is closed range. Drop set on target. Retarding. TMC on hold. Contact. Enemy corvette in range. Да. Можно какие-нибудь пушки на него? Бля, это что ж такое-то, да? Receive.
Stand by. Coming in. Receiving. Engaging enemy targeting strike craft. Fleet. Enemy strike craft closing fast. Gunnery. Swat them down. Navlink established. Approach is clear. Copy DC. Vector. Awaiting orders. Range confirmed. Uncommon target. То есть вот так. Что-то я не понял, нахрена нужны эти. Combat alert. Moving to guard position. Waiting update. Enemy Corvette engaging. Sensor alert. Enemy strike craft. Go for interceptor. Send message. Good hit. Ship destroyed. Maneuver and fire. Receiving. Defensive strike craft have us on lock. That's gonna be a problem. Fleet, carrier taking fire. Hostile strike craft closing. Fleet, come in. Corvette closing fast and heavy. We have you. Update figures. Yes. Fleet, threat closing. Hostile strike craft have engaged. Systems. Break, break! Contact. Corvette. Carrier reach. Contact. Go. Kinetic fire. Enemy Corvette engaging target. Очень хочется взять и shift. Нажать. Кто-то еще остался-то? Enemy Corvette. Targeting.
back. Hostile track. Corvette closing range. Locked up. Evading. Targeting strike craft. Contact. Enemy strike craft. Course plotted. Ready. Decrease thrust. Receiving. Contact. Strike craft. Threat detected. Enemy strike craft. Что ж вы летаете так медленно? Даже хайпер-джампа нету. You have eliminated all three production bays, but an enemy battlecruiser has entered the AO. Destroy it to complete your mission. HQ is sending reinforcements to assist you. Ну и где мои? И вижу, нету. Какие-то бессмысленные. Так, бля. Давление. Эй, левел ап. Preparation артефакт. Окей. Все, всем спасибо. Не
leave them. Давайте приватные вначале создадим. Чисто, чтобы посмотреть, что у меня там появилось. Параж, торпеда, фрегейт. Угу. Угу. Ладушки. Спасибо, что смотрели. Хотя да, хотелось бы сказать о том, что тут что-то как-то забавно получается, что первый Homeworld был такой достаточно монолитный, но без всяких вот этих вот числовых значений. Второй Homeworld, нет, Homeworld Cataclysm добавил нам модули на большие корабли. Вот это суппорт модулей и различные research модули, там целых 4 больших отсека был инжиниринг, там всякие такое. И даже у него была вот эта большая плазменная пушка. Ну, а тут получается, что Homeworld 2, он добавил момент того, что есть... Это что это такое? ВГС. Да, непонятно. Homeworld 2 добавил подсистемы, которые также вносили интересный рандомайзер в игру. А там, как оно должно выглядеть, и потом на базе этого построен был Homeworld Mobile с его различными пушечками, в модификациях много чего используется такого. А тут мы видим чисто цельные модели и сплошные числовые модификаторы. И это несколько настораживает. Тем более, что артефакты такие довольно непонятные. Это не апгрейды, а просто меняется какое-то... Ну, как будто у тебя карточки выкладываются. Я понимаю, что у них геймдизайнеры там сделали какой-нибудь Project Earth или что-то такое. Earthless демка была. Я когда-нибудь обязательно попробую, но не сейчас. Вот. Но тем не менее, это же мы говорим о Homeworld, где достаточно такая чётенькая. Вот это вот, какие пушечки стоят на корабле, там все дела, вот это вот. И это не настолько там в числах. Короче, мне пока не очень понятно. И я, наверное, даже что-нибудь напишу в Твиттер о том, что... Это не так уж и весело с вашими числами. Да, хотелось бы как-то более такое модульное. Это знаете, как... Что-то мне вот ВВЗ вспомнилось о том, как там после большого апдейта... Ну, ВВЗ это World War Z, игра такая, которая очень похожа на Left 4 Dead. Там вот после большого апдейта сделали так, что все модули, которые могли можно было навешивать на оружие, то есть там изначально такая прогрессия, как будто ты с нулевым оружием начинал, а потом оно превращалось в такое увешанное обвесами. И вот после апдейта это просто превратилось в числовые значения. И можно просто, ну, скин и числовые значения с уровнями. То есть это не очень весело, поскольку, ну, понятно, что это можно увеличивать туда-сюда, гармонизировать и так далее, но хотелось бы какого-то такого реализма, такого сурового. Ну, по крайней мере, в каких-то местах.
По крайней мере, вот эти вот выборы модулей, пушечек, типов пушек, там как-то проапгрейдить carrier, чтобы он стал из просто овощебазы в какой-нибудь ракетный крейсер «Варяг», ну, это просто было бы шикарно. Но пока не видно. В любом случае, мне хочется догнаться до флота инкарнированных. У меня уже 7-й уровень, и это значит, что мне осталось немножечко. Правда, и играть в Homeworld осталось немножечко. Ну, Homeworld 3 демку осталось немножечко. В любом случае, попытаемся. И вы за этим посмотрите. Так что лайки, подписки, пишите, что нравится, что не нравится. И увидимся в этой или другой игре. И обязательно заходите в описание, там ссылки на кооператив Дружба и Homeworld Russian Fleet. Это такие Discord сервера. Можем там встретиться, поговориться и, в общем-то, увидеть всяких других единомышленников. А на сегодня все. Да.